Анастасия Павлюченкова пролетела мимо 2 миллионов долларов. Лада выиграла Кубок России по классическому ралли. На Кубке губернатора Самарской области самарские дзюдоисты завоевали 7 медалей. За Кубок губернатора Самарской области по дзюдо боролись 200 спортсменов из 26 регионов России и Казахстана. Сборная 63-го региона положила себе в копилку 7 наград. 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Кубки только у женщин. Отличились Александра Дурнова и Мария Персидская. Серебряная медаль у Екатерины Макзумовой. Бронзе радовались Артур Краян, Алико Джеладзе, Юлия Лаврентьева и Мила Слепышева. Гоночная команда «Лада» финишировала первой на 19-м этапе Кубка России по классическому ралли. Все началось удачно складываться с первого старта. Экипаж Дмитрий Воронов, Василий Кричевский показал лучшее время на дистанции. Во второй гонке отрыв от ближайших преследователей увеличился почти до 2 минут. Однако третий этап преподнес спортсменам технические проблемы, и раллисты с трудом удержались в лидирующей группе в моноприводе. А в абсолютной категории приехали на финиш третьими. Теннисный турнир в Торонто. Канада с призовым фондом более 2 миллионов долларов стартовал без самарской спортсменки. Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований из-за травмы. 32-я ракетка мира повредила правую ударную руку. До этого Павлюченкова 2 недели успешно выступала на 2 турнирах – в Баку и Вашингтоне, и везде играла в финале, но не смогла выиграть ни одни соревнования. В Торонто место самарчанки займет немка Юлия Гергес.